Всем привет. Сломались у нас деревянные часы. Приехал к отцу, потому что у него очень много инструментов. Крепко. Как заглушку, да, можно покрасить. Потом лаком вскрыть. Ну это крепкое, я взял крепкое дерево такое. Сейчас мы на немецкий ПВА приклеим кусочек. Можно даже так сейчас обрезать. Тут намазать раз. И только чем-то зафиксировать, чтобы она держалась. А потом возьмем сверлышко. А сейчас суперклей. Вот это ПВА, которое... Никакой суперклей не нужен. Так, полтора. Нет, надо бы заклеить, потом на месте, когда высохнет, рассвелить, обработать все равно на камне. Лаком покроем, потом выпрессуем. Вот это аккуратно. Немецкий ПВА. Немецкий. Пахнет, как наша русская. Уже руки не ювелирные. И... прижать. Струбциной, да, прижмем. Мы можем даже вот этой тенью. Олегу дать так. Подержать. А, Олег, ты здесь же будешь. Мы все равно приедем. Дедушка купил Олесе вот такую вот игрушку, как она любит с животными. Нажимаешь и... Привет, я маленькая собачка. Я очень люблю грызть косточки. Алиса просто спит. Это я просто пока достала его с чемодана. Бонус для котов, мышка. Посмотрим, какая сейчас реакция. Джек нюхает, ну-ка, Джекусь. Реакции никакой, она его не впечатлила вообще, какая-то мертвая мышь. Может, Алису впечатлит? Не очень, да, Горюсик? Ладно. Посмотрим, как оценит это Алиса. Смотри, дедушка, что будет? На собачку нажимай. Нет, я маленькая собачка. Я очень люблю рыть косточки. Посмотри, какая собачка там лает. Нажимай, где собачка? Нет, я маленькая собачка. Я очень люблю рыть косточки. Нажимай пальчиком. Смотри, мышка-нарушка. Нажимай, мышка-нарушка. Да, проснулась, кто-то не поймет, в чем дело. Иди, возьми. Куда она бежит? Коты даже в шоке. Коты не реагируют на эту мышку, да? Скажи, не настоящая, она у нас. Я котик. Котик. А ты на мышку вообще не реагируешь, да? Я не знаю, что это такое. Ощущение, что она просит жалиться над ней. Кружок, что любит кушать собачка? Собачка. Ну и голос противный бы. Ты правильно ответил. Я маленькая собачка. Я гав-гав-гав-гав. Мышку будем заводить? Сейчас дедушка заведет. Заведем. Ив. Еще? Ну все, мыша сегодня сдохнет. Наше детство, у нас были заводные. Порезче, по-моему, они были. Игрушки железные были, да, там. Машины, животные. Из титана. Из поколения в поколение передавалось. Шапку Алисе купили новую для костюма, как раз такого же зеленого цвета. Пойдем, Алиса, смотреть, примерить. И в зеркало будем смотреть. Смотри, какая Алиса у нас. Металлическая. Красавица какая. Тебе нравится шапочка? Нет? Почему это? Отличная шапка, мне кажется. А придется носить. Кто сейчас будет смотреть заводную игрушку? Смотри. Кто? Топите, притопите его немножко. Промокла. Ну, на ручки она просто положила, она не промокла. Вот когда папа играет, надо переодеваться, переобуваться, кушать. Да, менять подгузник. Последний раз и все, ей надо убирать эту фигню, иначе если она разольется здесь. Слушай, у рыбки глазики-стразики, да? Не вывалятся они? О, как рыбка плавает, да? Это, по-моему, кстати, да не подвигай ты чего. Сейчас она его перевернет. Кузовка. Рыбка-кузовка, она знаменита тем, что она сбивает насекомых, набирает в рот воды и сбивает их и кушает. Их даже сейчас можно в морских аквариумах держать. Сейчас я просто Алисе дам в руку. Нет, ты скажи.
На, она хвостиком, смотри. Та-та-та-та-та-та-та. Опс. Вот, не страшно совсем. Лиса тоже радуется, осень листочки собирает. А вон ребята, видишь, играют тоже. Хоть и прохладно. Иди дальше погуляй. Да я рядом, рядом. Давай, Алиса, считай. 10, 13. Обратно теперь, так. 13. А то так можешь? Алиса даже в гостях хватается за метелку и начинает мести все подряд. Да, Алиса? Все, уборку начинаем. А братья здесь развлекаются. А ну, Алиса, проверим твою силушку богатырскую. Нет, ну это слишком легко. Сейчас посильнее прилепим. Ну, научилась папа уже. Учит, да? Папа учит, Алиса. Сейчас мы подуем. А какая практическая польза от этого навыка? Объясним. Давай. Силушка богатая, а здесь так неинтересно. Слишком быстро ты это делаешь. Ой, умница, ой, умница, ой, умница, разумница. Выбирайся. Ты ж спасательном кругу, Алисенька. Я верю. Давай, я подержу. Выходи из спасательного круга. Пока надул, чуть щеки не лопнули. Давай, видишь, можно отдыхать, как на нем мягенький какой. Вот. Вот смотри, как надо. Вот, видишь, смотри, как Артем может. Уже профессионал в этом деле. Ну, Алиса первый раз его видит. А ну-ка, Алисенька. А, кстати, хочешь еще один? Опа! Спасите, помогите! Давай, переступай. Оп! Смотри, Алисенька, давай катать его, смотри. Покатился, смотри. Алиса. Оп. Давай вот туда, смотри, катнем. Или даже так. Показывай, как ты ныряешь. Не так, не так. Получилось заклеить часы. Осталось только вскрыть лаком. И не будет ничего видно. Сейчас скроем лаком и посмотрим на окончательную работу. Вот и конечный результат. Практически не видно, что здесь что-то было. А на самом деле вот эта деталька, которую мы прикрепили с отцом. Мы ее покрасили, и она таким же цветом получилась. Вот он. Котик, иди сюда, куда ты? Хотели мы сначала у себя его оставить, но в гости приехали родители, настояли забрать его, так как у них частный двор. Вот еще у них такая кошечка есть, замечательная. Поэтому вдвоем будет намного веселее. Думаю, здесь будет ему намного лучше, чем у нас. Там взрослые коты все-таки его норовятся все время обижать. А здесь такая же маленькая кошечка. Я думаю, быстро подружится. Все, котик, пока. Увидимся через месяцок. Все мы посмотрим, как ты изменился. Тут такое дело... Что делать, Сережа? Много насыпал. Я не знаю, как это назвать. Короче, мы заказали несколько видов корма. Вот такой брит, эл кубана и еще один брит. Раньше мы кошаков кормили пропланом, но с какого-то времени они вообще пропали из магазинов и не продаются. Не знаю, в чем дело. Да и сами мы его любили. Сережа, ел. Вообще замечательно. В общем, теперь прям интересно. Вот только нам привезли вот эти три корма. И у нас коты такие, они все подряд не едят. То есть мы там заказывали First Choice, что ли, что-то такое. Они его не ели. Хотим посмотреть, какой корм они будут лопать в первую очередь. Смотри, здесь вот это. Я сейчас поставлю вот так вот. Алис, поставь, не надо, тяжелое слишком, Алиса. Вы посмотрите, какой кипиш. Вот так они идут, это зеленое. Идите, кис-кис-кис. Прям интересно, какой. Ну, короче, очевидно, что брит им нравится пока что больше. Видите, брит, он такой крупный. И этот желтый тоже брит. Ну, отведаешь, отведаешь корм. Подожди, сейчас выключим камеру. Котики не ели, Алиса кушала. Вот маленькая. Ну, что такое?
все не едят. А ну-ка, да. Гибрид. А тут уже, тут, гляньте, Гарик уже сожрал половину порции. Да, Алиса Щерпанова сейчас выкинула. Да. Что-то эксперимент не удался, сенсации не случилось. Хорошо, все едят, что ты. Ну, я-то хотела, чтобы какое-то они более выраженно ели, чем другое. Все, расходимся, ребята. Только, Алиса, а дай, пожалуйста, маме корм, не кушай, хорошо? Как ты? Давай, давай. Вот умница моя. Сразу папе кидается помогать. Вот умница моя. Все, закрываем. Передавай привет. Пойдем. Передавай. Сейчас он передаст его разочек, как по земле. И все, будет передаст. Что за передаст, дал камеру ей? Все, выключай. Ален, посмотри на меня. Скажи, открой рот.